Добрый день. Сегодня, вопреки обещаниям, обещали снег даже, помимо дождя. Погода еще теплая. Ну и такой приятный день в целом. По крайней мере для меня, впервые сел на лесопед. На лесопед, как называл этот транспорт мой дедушка. Он ни разу не катался на нем, но зато хорошо знал, что такое лошадь. Работал на тачанке у Буденного. А вот для этого транспорта он придумал свое название. Ну, дело не в этом даже. Как мы называем этот вид транспорта, главное, что сегодня мы движемся в сторону парка. И как же тут проезжает-то? Смотри, вот теперь начинаешь обращать внимание, что дорожки-то сделали, а подъехать к ним непросто. Ну, в общем, на лесопеде, лесопедная прогулка. Год назад пешком ходили, потом на велосипеде ездили. Абсолютно пустынный парк был, ни одного человека, за исключением патрулей. Вот, а сегодня приятно, мальчишки в футбол играют. Так, не таранить меня, то дядьку убьете. Волейбол играют. Замечательно. Ну а как спасаться? Только на свежем воздухе, даже если какие-то события происходят. Чего нас в прошлом году по квартирам закрывали? Вот они и озера. Сейчас до них доберемся. Озера парковые, древние, старше Караганды. По крайней мере, так утверждает история. Льда нет. Птиц сколько налетело, на рыбу что ли? Вполне возможно, там где чайки, там значит точно есть рыба. У нее краби, наверное, там и ловит свою еду. Уточки. Засуха что ли, не разглядел. Но вообще-то сейчас видно, что озеро так в порядок и не привели, потому что грязь, муть, водоросли. Ну, в прошлом году пытались тут какие-то механизмы привозили вычистить озеро. Ну, так это не делается, конечно, наверное. А для этого более серьезные нужны инструменты. Ну, смотрите, что здесь. Ужас просто. Ужас просто. Ну, сказали, причина в том, что, оказывается, Букпа плохо течет. Кстати, про Букпу мы в прошлом году показывали достаточно много и подробно, где она течет, как течет и раньше. По-моему, даже еще лед, да? В общем, ситуация такая. В общем, понятно. Да, лед еще есть. Может, это кажется грязью. Да нет, вот что здесь уже посмотрел. Неприятно.
В общем, озеро превращается в болото. Ну, по крайней мере, что сказали? Говорит, будем Букпу теперь чистить, чтобы приток воды был свежий на наши озера. Ну, если получится, дай бог, чтобы не казалось опять каким-то пустым проектом. Деньги потратили, отчитались, а то, что не получилось, это уже совсем другая история. На велосипеде, оказывается, быстро доезжаешь из одного конца в другой. Раз, уже и конец парка. Только вроде сел на него. Ну, по крайней мере, посмотрели, что здесь творится. Улица Мичурина. Будем добираться до Михайловки. О, железнодорожный переезд. Так, надо аккуратнее, потому что здесь спуск-то есть. А дальше опять рельсы. Рельсы ржавые, значит, поезд еще не ходит. Но очень надеемся, что скоро пойдет. Спасибо за внимание. Всего хорошего, здоровья. Пустынная площадь. Закрытый магазин. Еще в марте вначале его закрыли. Но так получается, что здесь теперь должен быть магазин Южный, который там на Кривогуза дальше. А в том Южном появится Аян. В общем, Юма заканчивает, так я понял, свое существование в Караганде. Да? Другие магазины продолжают работать. Хлебом было все в порядке. Клиника профессора Макажанова. Ну, здесь карантин, по-моему, продолжается, потому что есть заболевшие по 200 человек каждый день в Карагандинской области. Не в Караганде, а в Карагандинской области. А это вот штаб Центрального военного округа. Караганду, Нур-Султан охраняем. Ну, надеюсь, что не этой раритетной техникой. Там выставка целая. Бронетранспортеры. Там танки тоже есть, самолет. В общем, тех еще времен. Как-нибудь надо будет поближе познакомиться. Может, что-то новенькое появилось. Это на улице Сейфуллина. А мы выехали на улицу Жанибекова. Был такой революционер немножко. И немножко человек, который работал в милиции. 20-е годы. Если не изменяет память, Каролинский товарищ. Церковь, ну мы о ней сделаем отдельный, наверное, ролик. Обязательно сделаем, там уже многое что изменилось. Это начало или конец. Конец улицы Жанибекова. Прямиком выходит на ГАИ. Слева старенькие древние двухэтажные дома, может быть, сталинского типа, да? А здесь были землянки, сейчас их нет. О, там стройка идет, тоже полным ходом, не заметил даже сначала. Вот. Да, привет. Красивые подъезды, авторский дизайн, во как. Во как. Ну, в общем, если есть деньги,
пятиэтажный на Жанибекова. Ну, по сути, так получается. Первое будет многоэтажное здание, наверное, на Жанибекова. Других я что-то не припомню, исключая этих двухэтажных. Это тоже новые дома. А вот еще сохранили свой Жанибекова 61. Нет, в ту сторону мы идем. Где Жанибекова тогда на самом деле начинается? Вот так можно еще долго ехать. Как и в следующий раз. Спасибо за внимание. Всем здоровья. Вот такая небольшая лесопедная прогулка получается. Вечерний парк. Как получится, не знаю. Озера, дорожки, влюбленные. Они просто хорошие девчата. Спортивное состязание продолжается. Здорово. Это лучше, чем сидеть у компьютера. О, вот это здорово еще. Больше. Да. Здорово. Девчата играют в футбол. Про ребят вообще не говорю. Молодцы, молодцы, одно слово. Такой вот вечерний парк. Ну, еще раз. Порадуемся за карагандинцев. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Здоровья.